Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Терех и Вампир, и мы продолжаем проходить игру. Red Alert 3, всем привет! Мы продолжаем проходить кампанию, сегодня наша задача запихнуть ядерный потенциал Америки ей куда? Правильно, в столицу! Поехали! Видишь, Терех, кабинет, говорю, опустел. Да... Надашка после до сих всего пор того, что вы очаровательна. Для родины, как он посмел? Да, какой же он говнюк. Думаю, в исчезновении доктора тоже виновен Черден. По-любому. Он совершил покушение на самого себя, лишь чтобы подставить Крюкова. Да, Колька не виноват, судьба, но все равно гнилой Советского человек Союза он. Зависит отныне лишь от вас, командир. Силы Альянса пребывают в шоке от событий на острове. Лидеры многих стран отвернулись от США. Теперь этот глупец, президент Америки, вынужден самостоятельно защищать свой Нью-Йорк. Сейчас мы ему устроим этому президенту. Мы должны перейти в наступление, генерал. Пришло время разрушить оплот загнивающего капитализма. Разбейте силы экспроприаторов и освободите жителей Нью-Йорка. Но будьте осторожны, противник может перебрасывать десант посредством хроносферы. Наши войска в боевой готовности. Они знают, что сражаются за правое дело. Товарищ командир, возможно, это наша последняя войсковая операция. Конечно, последняя. На сей раз наши цели – оплот союзников в Нью-Йорке и Статуя Свободы. Союзники стянут в Нью-Йорк все возможные силы и будут в полной боевой готовности. Будьте крайне осторожны в ходе операции. Вам предстоит обрушить символ империалистической тирании – Статую Свободы. После этого символичного события у союзников не останется выбора, кроме как склониться перед нашей мощью. Удачи, товарищ командир. Спасибо. Давай жми галочку и погнали. Будет тяжко, но мы справимся с Терехом. Сейчас мы их поставим на место, где они должны быть на самом деле. Немножко ниже уровня пояса. Да. Альянс будет наготове, но мы высадили к ним в тыл несколько зондов-подрывников. Они подорвут дух их солдат. Так, давайте, Терех. Отвлеките силы Альянса, не дайте им перехватить ударную группу. Я понял, да, все тихо. Давай, аккуратно, не спешим, потихонечку все делаем. И победа тогда у нас в руках. По центру, если хочешь, я, в принципе, могу уничтожить... Давай сразу. Я справа уничтожу, ты слева. Тихо, родной, ты чего? На союзника напасть. Ага, замечательно. Хотя не-не-не, назад, это я сглупил. Блин, не успеет добраться. Нет, не успел. Тебя уничтожили? Да нет, пока все норм. Ну я смотрю, они моментально эти харвестеры клепают. Надо да, быстро. Да, это насчет этого, да. Давай, родной! Красавчик! Кого уничтожили? Да вы угораете, что ли? Они не уничтожили, ё-моё. Сам только что говорил осторожно и... слился. Блин. А, все. Замечательно. А вы обнаглели. Да ладно, лысый. Но теперь-то мы будем готовы. Вперед! Сиди на жопе ровно. Ваши войска приближаются. Будьте на связи. Так, вот наше подкрепление, так понимаю. Да. Сейчас вот осторожно. Не спешим. Так, ну чё, погнали карателями. Уничтожим со спины. Я уже увидел их. Базу, энергостанцию. Где следующая остановка? Так, дирижабли. Уничтожает эти казармы, ты заводы уничтожай. Давай бегом на центр технику. Серёх, ты что там слился что ли? Да нет. Ты мне это. Вертолеты, это ладно. Что поделать? Ты мне прекращай это. Сливаться. Блин, они пока долетят. Надо энергию срочно отключить. Вроде бы лопнули.
Давайте, ребята, надо бомбить. Ой-ой-ой, эти ракетчики самые. Так, ребят, бомбим, бомбим, бомбим. Давай, заводы, так, заводы, да. Заводы уничтожи. Да-да-да-да-да, еду. Блин, Афина, хреначит сдалека. Так, есть. У меня каратели остались хоть? Оп-оп-оп, замечательно. Двое только, да? Ну ладно. Давайте, ребят. Так, ладно, отходим, пока что надо отбиться. Ну, в принципе, базу мы разрушили. Теперь вот это все мясо надо уничтожить. Ох, и кусач. Блин. Слышь, можно с принципейцами уничтожить, как его? Подрывниками аккуратно. Что именно уничтожить? Да и БМП вот эти вот солдаты. У них, по-моему, все, мы всех уничтожили, да? Юнитов, я не пойму. Надо вот как что-то сверху уничтожить. А, у тебя каратели остались. Не, каратели остались. Только вот... Ракетчики сюда бегут, вот это вот хреново. Так, давай, парень, помогу. А у тебя прям вообще ничего не осталось? Подрывники. Ну ладно. Еще один остался. Не-не-не, все, не трать. У тебя должен хоть как один юнит остаться. Понял. Отбагаиваюсь. Так, ладно. Чё у них осталось? Обогатители? Обогатители и пушка без энергии. Но главное, я не знаю, чтобы... Пушку для начала правильнее будет. Да. Так, ну ладно, с первым заданием, в принципе-то, мы справились. Впереди нам предстоит еще целая война, конечно. Вот счет за электричество. Так, надо по цифру всех выбрать, а то мне... Так, каратели... Ой, подрывники по цифре 2. Танки... Такой по цифре 3. Не, подрывники, конечно, неплохая тема. Но надо ими грамотно как-то это пользоваться. Ну что ж, они уничтожены. Замечательно. Ох, вы мелкий. Ну все, теперь вам не сдобровать. Да ладно, лысый, не паникуй. Засунь свой галстук. Ах ты шлюха, извини за выражение. Нам осталось нанести последний удар Альянсу, уничтожив их главный символ. Разрушьте статую свободы, мы воздвигнем на ее месте наш памятник. И тогда весь мир узнает, что мировая революция наконец-то свершилась. Че мы им покажем? Да, база, конечно, у них охраняется серьезно. Да, прорваться будет трудно. Ну да ладно. Так, тут сразу что-то возводится. Самое с это... Главное, Терех, всю дорогу будут они пользоваться хроносферой, вот это вот запомни. Они будут всю дорогу перекидывать. И ПВО надо как можно больше. Твои каратели не могут на МСЦ доставить на ту базу? Легко. Легко могу доставить. Нам, ну, нам надо, да, на этот остров все-таки то вернуться. Не понял. Меня пришли, меня... Аполлоны! Нет, Терех. Не получится. Ну, понял. Аполлоны, блин, прям встали и ни в какую не дают подлететь. Но все равно сейчас со временем мы как-нибудь доберемся до этого острова и возведем там обогатители.
даже не знаю, что строить, если честно. Ну ладно, вот так. Да ладно, вы угораете. А, эти опять Аполлоны, что ли? Конденсаторы подключены. Уничтожьте агент Татьяну, да без проблем. О, блин, они тут вон стоят, отдыхают. Это фигово. У тебя уже десант выбрасывает. Угу. Жесть. Да сейчас справлюсь. У меня довольно-таки много уже ПВО. Я надеюсь, они его собьют до того, как они высадятся. Блин, с деньгами что-то беда, 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 конечно. Угу. Так, один сбили, а вот второй нет, не смогли сбить. Так, ну ладно. Хрен с вами. Подлодка Акула готова выйти на рейд. Да вы угораете, что ли? Готов к трудовой обороне. Фарватер чист. Да я его сдавлю, сейчас это сдавлю, да и все. Что вы думаете? Останавливаться. Следуем в указанную точку. На базу напасть. Мой час настал. Для нас все готово. Так, надо обогатитель, вернее, харвестера нового заказать. Да как ты не можешь развертываться, что-то не рассказываешь. Только что здесь стояло, уже не может. Для начала надо построить истребители, чтобы попасть на тот остров, потому что просто так нам не дадут попасть туда. Я смотрю, там засели вообще. Ничего, сейчас мы их... Блин, пропало. Они опять высаживают. Да что ты будешь делать, а? Я главное замечаю, тебя вообще не трогают. Угу. А на меня всю дорогу высаживают. Да, вот один самолет они сбивают, другой не получается. Не получается и все. Да, с деньгами действительно. Беда, беда, беда. Угу. Так, чтобы построить, я вот думаю, выгоднее. Казармы, я думаю, пригодится. Медведи построим парочку. Так, завод тут, в принципе, он нафиг не нужен. Тут либо по воздуху, либо по морю атаковать. Лаборатория. Так, ладно, АЭС пригодится, надо построить еще. Ты слышал шум? Мы странники морей. Давление растет. Три подрывника, но пока я не вижу какие-нибудь пути, как он бедокурит там. Как на тот остров, типа, ты имеешь в виду забраться? Да нет, забраться ладно, я уже один строю каратель. А вот как именно на бедокурить этими тремя каратель... Ой, подрывниками, которые у меня там есть, как бы их так... Вот это самое, видишь, да, они сразу разбивают их. Да, видел. Не подберешься. Да, хитрожопые ребята. Просто так к ним не подойдешь. Подлодка Акула готова выйти на рейд. Что там за звук? Что за капает? Если мы попадем на тот остров и построим там обогатители, то, конечно, будет замечательно. Так, я про суперспособности забыл, надо качнуть. Да, ты про них не забывай. Они спутник. Полезно. Очень даже. И спутник можно запустить вот в этих уродах. Вот так вот, бац. Бля, Аполлоны рядом с своей базой летают. 8 Аполлонов только что я видел. Ой, смотри, я там все войско разрушил. Ай-яй-яй, как мне их жаль на самом деле. Только вертолет тут надо сбить. Ого, ты глянь, ко мне атака готовится. Видишь, на воде стоят твари.
Угу. Ты что-нибудь видишь? Вот это что-то мне не нравится. Ого, прям 5 на 5, серьезно, я сейчас бью. Ух ты, ё-моё! Да вы шутите? Хо-хо-хо-хо. Серёх, мне бы помощь, хотя как, ты мне ничем не поможешь. Япона мать. Вот это замес. Так, ладно. Блин, каратель не может МСЦ таскать. Чё, вообще никак? Угу. Не может быть. Неужели? Ну, я не знаю, как это сделать. Думаю, что авиация кружит вообще. Да, я гляжу, Аполлоны прям всю дорогу там рядом кружится у тебя. Но они суп, потому что у меня много этих ПВО. Да, это, конечно, будет очень долгим. Тут тяжко воевать. Я даже не знаю, как бы тебе помочь-то. Надо было тебе подводные лодки строить. Что-нибудь по морю. Ну я не, ну в принципе-то я отбился, но если они еще такую атаку сделают, как сейчас, то, конечно, будет плохо. По-моему, еще раз идут. Ого! Волнорезы, дельфины. Блин, я даже не знаю. Блин, скат один. Один бы скат, и они бы все загорели бы к ебене. Ах, как все плохо-то. Нам нужен еще один. Будь они прокляты. Опа, авианосцы пошли. Сучки. Ого, что творят, блин. Ребят, я так не готов к этому. Они отключают мои эти подводные лодки, они двигаться не могут, зараза. Поехали. Блин, они засекли мой вертолет. Видишь, я хочу тебе авиации не помочь. Не поможешь авиации, не пытайся даже, это глупо, Терех. То, что надо делать-то, а? Только пробуй этим. Верхью? Да. Твою мать! Танюха идет вперед. Ну ладно, ее в принципе там убьют, наверное. Акула на связи. Полный вперед. Получены новые координаты. Какая же. Они убьют! Сейчас она МСЦ взорвет мне так. Давай, уезжай. Какими именно тебе помочь? Скатами, акулами. Подожди. Давай, Мишка, тащи! Блин, медведя убили! Она здание рушит мне, тварь! Ай, тварь, чё творишь-то? Убили, слава богу. Для нас всё готово. Да, только что убили. Тут у меня по воде снесли, я гляжу. Чё творят? Вы поглядите, а? Это вам не средний уровень, нифига подобного. Тут... Да сдохните, ссаный дельфин, он даже разряд не успел пустить. Блин. Спутник, ты сбрасывай куда хочешь свой спутник. Блин, как же тебе помочь-то, а? Блин, а вы, друг мой, рано радуетесь. Посмотрим, насколько вы хороши. И какой из вас боец. Да мы как бы не радуемся. Я, да, наоборот, пока что именно разочарован во всем. Твою мать, три этого танка идут справа, а у меня оборон тут никакой, ебана мать. Да. Авианосца попытаюсь под лодкой сейчас уничтожить, если успею. А ну прочь от моего ската!
Япона мать. Вот это они, конечно, меня удивляют. Сука, идите сюда. Давай, поймай, поймай этот авианосец. Давай. Ай, не попал. Падла. Блин, Илон, денег нет, вот чем. Вот в чем проблема. Блин. Да вы что, издеваетесь, что ли? Опять на то, смогу что? Я его уничтожить. Да я вижу, да. Да, да, и с деньгами да. Проблема, сука. Не, мы зачем ты трогаешь, падла? Еще одна подводка. Сука. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, какой жестокий падла. Ладно, сейчас я его, может, уничтожу все-таки. Что творит реально падла, а? Давай, давай, давай. Сдохни, еще один залп. Есть. Готов, сучонок. Бля, они оборзели, они обогатители сюда привезли. Где-нибудь развернуть бы тебя, твою мать. Мы готовы. А, блин, этих уродов. Да ладно, я справлюсь, наверное. Наверное, должен справиться. Империалистические наймиты. Давай, гранаты кидайся. Какими-то ссаными скатами. Короче, я буду попытаюсь дать себе как можно больше времени. Да, я повторюсь, конечно, на среднем уровне это выглядело намного легче. На сложном я, конечно, сосу по полной, если можно так выразиться. Фу-фу-фу. У меня обогатителей нету. То есть никто не добывает деньги, вот чё. Печаль, беда. Денег нет. Нет, деньги как раз таки идут. Видимо, от того, что... Ну, то есть ты там. Общий же расчет у нас идет. Блин, подводки вообще чинятся как-нибудь. Жестко. Хотя еще сверху прут. Харвестер. Да это харвестер. Сами. И мне напугает. Блин, мне бы сейчас оборону как-то отстроить. Империалистические наймиты. Если оборону я выстрою. Ой-ой-ой-ой, как меня жестко. Опять авианосец. Бля, они как они ее под водой-то убивают? Охренели, что ли? Видимо, видит. Да они тебе это, особый урон, ты с пулемет не должен наносить, так что давай гаси их. Да, уничтожу я их двоих, но все равно они мне прилично покосили. Псины какие-то еще самые. Сука, там авианосец. Блин, сейчас у меня способность будет, чтобы он взлетел на воздух. Он сейчас мою акулу уничтожит. Нет, тварь. Вот так вот сделаю, пофиг, может попаду. А, не, он ушел сразу, падла. Готовы начать сильную магнитную бурю. Танк Тесла, батареи заряжены. Блин, тут танки уничтожают. Даже и не знаю, как вам это удалось. А, у нас сидит крот. Вот оно что. Не понял, что удалось-то? Я сам не понял. Твою мать. Если сейчас хроносферу ударит, это будет печаль.
Он как раз таки со спины ударил меня, но... Способность под рукой была, слава богу. Ты защитил, типа? Угу. Спины ударили они. А, по нам же ударит через 5 минут, ускоритель частиц. Да ну, это вообще какой-то... Смешно. И как мне вот с вами справляться-то, а? Надо попасть на тот остров, построить обогатители. Ну блин, не дают они это сделать. Я не знаю как, а МСС туда нельзя как-то. Да не шутит опять. Ё-моё, опять авианосец идет. Падла. Причем авианосец под защитой. Все, МСЦ отрубили, твари. Давай, сворачивайся, вали. Так, скрывайся, скрывайся, подлодочка. Ой-ой-ой. Что творят, а? Да, он 3 часа будет этот авианосец гасить. БМПшкам я постараюсь прикрыть себя от авиа этих, от самолетиков. Чуть раньше надо было, потому что меня слева и справа пехоты высадили. Да-да-да-да-да. Чуть раньше. Они прям, бля, и слева, и справа высадили, прям вообще конкретно прям. А, и ты потерял, кстати, их. Да. Вы шутите вообще. Епара, СТ, да что, кто? Что у него такая дальность действия, это ядреная. Давай, быстрее. Да иди ты, добей этот обоссатый уже, ёлки-палки. Совсем все плохо, да? Да блин, отключился АМСЦ, ебать раком, а. Да плохо, конечно, тут ничего веселого, я, честно говоря, не вижу, и какой-то... Просвета. Да, просвета какого-то, потому что через 2 минуты по мне ударит, и это будет точка в этом моменте. В принципе, еще я живу, но долго ли? Вот в чем прикол. Сейчас еще раз такая атака, и пиздец. Надо, блять, вот это вот... Не знаю, надо их как-то прижать, падла, блять. С моря хотя бы уничтожить вот эти пушки ебаные их. И верфи. Жмут-то в основном они верфью, блин. Ой, а зачем я пушки-то строю? Мне обогатитель нужен. А, мне чтобы обогатитель построить, надо электростанцию. Попробовать, блин, верх увидеть. Да? Сбрось спутник, он туда, видишь? Мне половину надо, я вилку куда-то скинул. Мне еще половину ждать. Блин, пушка глупая, акула. Ты что, вылезла, овца? Не знаю, это, конечно, будет...
Надо было скидывать на протонный удар спутник. Для нас же сейчас вот эта угроза. 15-50 секунд осталось. И это, кстати, будет, наверное... Либо в тебя, либо в меня, можем гадать как угодно. В любом случае, это, по-моему, кранты. Ну, ждем, ждем. Че я могу сказать? Блин, да, вот надо было тебе подождать, наверное. Меня, как спутник, не будет готов. Вместе кидаем в этот протонный удар и все. Да, надо, по-моему. Да, он сейчас киданет, и мы скажем... То есть, блин, я, наверное, зря вообще восстанавливаю тут базу. Падла, блин, вообще, блин, как... Давит нас. Две секунды. По ком. Чувак, может, ты не будешь стрелять, а? Может, пора? Кстати, 0 секунд, он не выстрелил еще. Он думает, стрелять им или нет ему. Ну ладно, пусть думает. Думаю, слабый, что по нам стрелять-то? Всех хренел, что ли? Ну ладно, не стреляет пока что. Значит, дает немного подышать. Так. Тогда я пока что построю этот аэродром. Блин, ты, если ты говоришь, нельзя карателям брать им СЦ, а как же он тогда это, перебросит туда? Понятно, но у меня не получилось. Нет, ну, я карат. Же как-то перебрасывал, но не помню как. Блин. Не, по-моему, все-таки карателем, Терех, ты что-то путаешь. Ну попробуй. Да у меня нет карателя, вот только начинаю аэродром строить. Как ни странно, они что-то притихли. Да. Так, все, каратель строю. О, я могу станцию скинуть. Куда бы скинуть, бы? Станцию? Я почему не хочу бить по протонному удару, они психанут, сразу стрельнут тогда. Скажешь, ага, вот ты как. Ну так, да. Во-во, так, сейчас попробуем свернуть из цели. Сейчас попробуем. Главное, чтобы меня не сбили эти... Ребята. Давай, даже посмотрю на это. Или и вправду нельзя. Да как так-то? По-моему, можно было. Или я что-то путаю? Да как что-то перебросить? Вы вообще... Понимаете, что надо как-то туда перекинуть МСЦ? Я перекидывал, я помню, строил базу, а как? Вот что называется, блин, ничего не помню. Ну что ж, я даже не знаю, он как-то... Ну нет, он нападает, пытается, там какими-то истребителями летает, так чуть по чуть, но у меня вот защита пока держится. Блин, ну построю. Да вы чё, угораете, что ли? Ну а как мне перебросить-то? Ну-ка, блин, память у них. Да. Всякие псины, блин, плавают. Так, подъема тут нету нигде прям вообще. Да нет, тут вокруг. Все закрыто. А как я понимал? Да, это прям останется для меня загадкой. Знаешь, что я это думаю? У тебя спутник готов? Да. Ща угарнем. Давай ударим по протонному удару. Давай, на счет три. Давай, раз, два, три. Сейчас он психанет, по-моему. Ну, давай, 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 давай. Хорош. Ага, и он не уничтожен. И он сейчас психует. Да не, он, по-моему, задумывается. А, нормально говорю.
Ну, он, по-моему, прицеливается в тебя. Да ладно. Блин, еще бы спутник скинуть бы. Да, и третий спутник уже. Никак. Сейчас он его, наверное, это, ремонтировать будет. Да блин, нет, ну вот если мы перегинем туда МСЦ, все. Жизнь налаживается. Да, ну блин, ну как? Как мне туда перекинуть? Япона мать. А МиГ недорогой, кажется, истребитель. Через тут уже, блин, эту арму готовят. Блин, как? Военная лаборатория. Негде ее поставить. Весу, товарищи. Как я бомбардирую? Оба, ну во. Нормально. Так, спутник. Ну, опять же, спутник туда не доедет. Ой, блин, какие способы вообще у нас есть? А, наверное, я понял и вспомнил. Туда надо кинуть инженера, захватить здание. И, по-моему, около этого здания можно строить здание, как бы я не повторялся. Так что... Попробуй инженера построй. Сейчас попробуем. Там здание, вот, которое нам... я разрушу. Я сейчас тоже Глеб построю и инженера. А там уж посмотрим, кто первый. Блин, дельфин, идите. Не, по-моему, он дурак. Он даже не ремонтирует этот свой протонный удар. Чё-то... Ну, знаешь, что он сейчас лишится. Или что-то с ним случилось. Чё-то он, по-моему, реально его переклинило. Ну, войска вроде плавают его. Почему-то он как-то... Он, не он даже хроносферу перестал использовать. Угу. То есть, он резко там давил, потом что-то прямо это... Нажалось, поперло его. Да, что-то непонятно. И причем-то уже мы до этого видели как-то такое дело. Не, мы не видели. Это мы видели в другой игре Терех. Да? Что-то путаешь. Ну ладно, нашим легче. Да ты, наверное, не понял, что я имею в виду. Я имею в виду то, что мы в первой или во второй миссии тоже что-то он запассивничал. Ну где-то мы до этого играли миссию. Там какой-то пассивный резко сам еще такие говорим, о, что-то победили как-то непонятно. Ну, может быть, было, но я что-то не помню. Ай, только не сбивай меня, падла. Ну просто очень странно, хроносферу не используют. Этот протонный удар тоже не используют. Атаковать он, в принципе... Так сильно перестал. Так, ладно, я захватываю уже. Все, и захватил. А вот и нет. Мне кажется, вначале что-то они говорили, типа, дополнительное задание, там, убедить кого-то, что алики совсем в алике. Не могу я рядом строить здание. Не, я был неправ. Обидно. Да, 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 обидно. Да я ж помню, что я строил, ну как? Так, дредноуты. Кстати, надо дредноутов заказать. Пригодятся, залега хреначить. Да, это обязательно. Так. Вроде бы он там. Так, спутник, иди. Развлекайся. Не, ну блин, я не сдамся, мне прям интересно. Как же... Интересно, он сейчас что-нибудь скажет? А чё? Типа, атмосфера, жизнь, боль. Да не, ему что-то, по-моему, все равно. А разрушил, насрать. Ага. Он же, по-моему, вообще слинял с этого Нью-Йорка. Он, по-моему, да, это... В Китай. Ну, я тогда предлагаю, что, погнали в атаку? У меня, по-моему, да. Есть 5 подлодок, погнали. Строится-то, блин. Я вот сам сижу с... Не пойму. О, я захватил здание, у меня теперь все эти чинятся, походу, лот. Да, и... нет, чинится пехота должна. Блин. Это ж госпиталь. Он устанавливает пехоту. Только. Ну ты и построй эти, которые издалека шманают. Они строят. Вот без них нападать не вижу смысла, потому что там защитное сооружение.
Блин, поближе подъедь, поближе. Давление растет. Я станцию сброшу сюда. Угу. На, веселитесь. Вдруг у них энергии, кстати, не будет. Ох, хорошо таки. Ну, я что-то сомневаюсь. Здорово, пацаны. В принципе, мы ударили по ним, давай это... Что? Снесем. Сейчас. Пацаны, дельфины, хочешь полетать? Дельфин, ты будешь первый летающий дельфин. А, блин, нельзя. Ну что ж, ну пошли тогда. Потихонечку. Так, миги. Назад. Ща, может проснется, одумается. Контрол один. О. Ой-ой-ой, БМПшки там гасят вообще. Ну зачем ты их вперед выпустил? Да, что-то я глупо сейчас войско все потеряю. Ой-ой-ой-ой, не подходи, там эти. Опа-па-па-па, валим. Все, отступаем, не. Там впереди серьезно. Да убейте в этих самых дельфинов, что они орут там. Не, я все равно своего добьюсь, блин. Я должен понять, как строить-то. И денег будет много как раз таки. Так, дредноуты у меня есть немножечко. Ё-моё. И энергии нету, вот в чем печально. БТР-ки разрушал мои. Глубины моря должны быть свободными. Дредноут тащит, конечно, но как его прикрыть-то? Да вот да, что-то мы полезли. Нет, надо было все-таки, как я хотел, именно потихонечку, издалека, не торопясь. Короче, это, что я подумал? Кран построить просто на том острове, да и все. Вот я думаю, сейчас подъехать поближе МСЦ и... Кран там построй, и он тоже откроет там какую-то территорию, и... Я понял, понял, идея, да, неплохая. Давай я сверху, ты снизу. То есть, я там сверху. Их 4, ты сколько возьмешь? Там всего 4 обогатителя. Да те, которые сверху, ты не хватит расстояния, я уверен. Ну, ща. Блин, не хватило. Не дотягивается кран. Блин, ну придется еще ближе кран строить, чё. Будет угар, если там на самом деле как на все легко. А мы тут ерундой страдаем. Но забраться нигде МСС не может. То есть никакого подхода нету. Так что... Да, и каратель не берет. Хотя я удивлен этому был. Он сверхмощная магнитная буря, я ее ни разу не видел. Сейчас мы этих халиков запустим в космос. Пускай он на станции сортиры моет. Они что, заново здание строят? Да ладно, вы угораете что ли? Интересно, так можно? Нельзя. Опять не хватает, что такое? Да что ж, невозможно у тебя все. Да, овца ты. Да, телек у них тут где-то был. Что? Да он говорит, у них тут телевизор есть. Да глянь, они правда электростанцию заново построили? Да, они угорают, видимо. Так. Допустим... Вот так. Да, что-то как-то то ли у него военные эти люди с контракта перестали заключаться. Да что-то да, там случилось у них. Жена умерла, наверное, у него у этого лысого. Что-то случилось с ними. Они как-то так по-саному по чуть-чуть идут, но это фигня. Они должны были всю дорогу хроносферы использовать, так они пользуются ей. Хрен с ним, на нашем легче все-таки. Кстати, я обогатитель построил, ура.
Блин, я забыл, как здание поворачивать. А, ну и в принципе тут можно построить теперь завод, построить спутник и к тем подойти, к двум. Да что такое, блин, ну как здание? А, бесит. Чё ты там не видишь, угораешь? Здание не могу повернуть. Блин, кто сейчас смотрит мой летсплей? Это просто угар, просто сижу. Как... О, неужели, фух. Так, посмотрю, как тут. Ни хрена ты его как-то нормально построил, у меня так не получилось. Короче, смотри, она мне изначально не дотягивала. Ты твару это, как бы, простраивай кранами, да-да-да, и продавай потом тот. А больше выхода у тебя нет. Не, почему? Есть еще один выход. Построй кран и рядом с ней построй завод, закажи спутники, и все. Спутники к обогатителям подъедут, и все. И без проблем. Ну ладно уже. Че, давай по центру, я это... Один возьму себе, и ты один тогда. Военный завод, значит. Да ладно, бери ты его оба. Ты уверен? Ну, это как бы не так. Уже можно. А, кстати, когда я спутник поставлю, ты, наверное, сможешь рядом строить все равно. Даже не надо тебе подъезжать, наверное. Так, я хочу сверхмощный... О, пацаны! Дайте-ка я тоже денежки заработаю. Ой, хорошо. Да Серег, говно! А у них, кстати, энергии нет, заметил? Пушки не работают. Хроносфера не работает. Все. Чё-то, да, печально. Нет, в принципе, не печально. Не, ну просто прям такой напряг шел, а потом... Все. Ну да. Я уже думал, все, проиграли. Да я тоже, если честно, уже так смотрел на твою базу, что-то там... Вот такие звуки от тебя слышны, если честно, от твоей базы. Ну, как-то все вот сложилось так, как сейчас. Короче, все-таки забирай себе один обогатитель, сейчас я спутник построю, и ты сможешь построиться. Что, советский комбайн, он откуда ехал, вообще не пойму. Что? Да, он угорает. Да, ну, о, гля, они напали, ты погляди! Терех, это свершилось. Пацаны напали. Игра, не высадились даже. Да пацаны, ладно, летите отсюда. Знаете что, пока, пацаны. Ну и что, не работает этот магнитный залуп? Ух, ни хрена себе она! Какая, оказывается. Блин, я первый раз ее вижу. Что-то молниями всех сшибает. Слушайте, Эрик, обогатитель строй рядом. Сейчас попробуем. Закажи обогатитель рядом с моим, да и все. Обогатитель. Да, могу. Но у меня тут какой-то пьяный харвестер ездит. Откуда он вообще здесь взялся? Я хрен его знаю. Так, я бы все-таки авиацию построил сейчас. А, нет, я бы построил дирижабль Киров. Вот это нормально. Ну, это да. Вот это парень неплохой. Ну, теперь честно, обогатители что-то построили, теперь, я думаю, сейчас все пойдет поедет у нас. Да уже, в принципе. Нам дали это... Вздохнуть теперь мы. Он, видишь, он еще постоянно строит эти самолеты. Ими главное летает. То есть он тратит деньги на эти самолеты, а у меня их БМПшки сбивают. Все. У него денег на это. То есть, я не знаю, но он как-то он глупо немножко поступил. Вначале так прям шоу, а сейчас что-то. Какими-то бомжами летает, который, да блин, тоже справа получил. Ну случилось с ним что-то. Да. Может, с женой проблема. Че, да-да. Че я предлагаю это? Давай. Пойдем им верфи уничтожим, они, по-моему, слева, если не ошибаюсь. Давай, короче, вот так вот войска подведем поближе, будешь издалека дредноут. Не советую. У них там орудие Афины стоит. Бля, опять построили, они угорают. Да они угорают. Как так? Бля, им СЦ заново стоит. Бля, реально угорают, а. О, надо это... Мы с целом тоже деньги получу за то. Да, я тоже денежку заказал туда. Так, пацаны, вы чё? До свидания. Ох, да. Полетели орудия Афины.
Давай, давай, догони его. Хорош. Еще одну забрал. Пацаны, вы можете как-то адекватно уничтожать их? Так, пацаны, надо куда-нибудь вот сюда зарядить магнитную бурю крутую, чтобы никто не подходил. Я думаю, она затащит. Все, по-моему, началась война. Ой, магнитная буря, хорош. Что происходит вообще? Парализует все. Блин, мне дредноут уничтожают, зараза. А, я спутник, точнее, не скоро смогу выпустить. Дирижабль Киров, пойдем разберемся, а? Дорогой мой, полетели. А то не там свое санье. Ща я каратели понастрою. Такие уроды, а? Боюсь, я сейчас потеряю Кирова этого. Сейчас я это орудие Афин уничтожу, задолбало. Ай-яй-яй-яй-яй. А, прикрывать как-то... О-о-о, да мой дирижабль будет уничтожать лет 15. Ну-ка, пацаны, тогда вовсю в атаку погнали. Надо верфи срочно уничтожить. Если у них не будет флота, то без флота они никто. Да, я уже лечу бомбардировщиками. В принципе, у них флот прям и тащил в этой миссии, скажем так. О, сейчас Киров. Хорошо. Они нас долго не забудут. Это замечательно. Хорош. Замечательно попали. Бац. Бац. Замечательно. О, опять какие-то бомж какой-то. Наверное, прилетел. С той стороны тоже у них верфи стоят, надо пойти проверить. Давай. Ну я им базу сейчас пойду сносить, наверное. Давай. У них ПВО нету, все. Ну у них энергии нету, из-за этого они ПВО не работают. Давление растет. Блин, ну где ж остальные дирижабли-то? А, вон, наконец-то подлетают. Ща я им скину туда. Эти. Спутник скину, сейчас аэродромов не будет. А я тоже уже скину. Да ты угораешь, что ли? Блин, хреновая денежку поставил зарабатывать. О, бля, замечательно. Ё-моё, что мы с ними делаем, а? Что? Что тут такое? Отправим их за курвакулом. Так, давайте, ребят. Вот это так. Жесть, конечно. Все. Идём дальше. Статую, которой нету, не уничтожай. Угу. Там он обогатитель сзади, я хочу уничтожить. В принципе, вся миссия это уничтожить статую и все. Ну так может было штук. А хотя не все равно бы не долетели. Сколько ни строй, все равно бы не долетели. Так, ребят, по-моему, у вас дюжи много обогатителей. Так, давай, ты вот этот уничтожи. Ага, все-таки они понастроили этих. Да ё-моё. БМПшка сюда. Ребят в атаку. Всего хорошего, да все, это конец. Что? Да. Да, здесь уже все видно, в принципе. Не знаю, я еще раз повторюсь, не знаю, что с противником произошло. Он однозначно шел вначале правильно к победе, но потом что-то произошло в игре. Либо он в себя так поверил, что решил поугарать над нами, типа, а, ну дам вам отдохнуть. Не знаю. В любом случае, это он зря сделал. Да все тут. А, ты обогатитель мне еще не уничтожил. Ты чего вы стоите? Тогда идите вот такой все. Да, даже немножко грустно смотреть за таким печальным концом. Аликов. Ну чё, я предлагаю, тут остались-то пушки, ничего, будем каждую пушечку уничтожить, я предлагаю, давай уже снесем статую.
Ну что ж, тогда летим. Я даже деньги попрошу за статую. Сейчас как будет поменьше. Все, просим денежки. Значит, продаем эту статую свободы на металл. Там из чего она сделана? Вряд ли из металла. Хотя вот и все. В мухлатуру сдадим в любом случае. Вы справились. Войска Альянса разбиты. Мировая революция завершится полным, безоговорочным успехом. И все это благодаря вам. Ну ничего, ты нам помогал, дорогая. Это да. Ну, по крайней мере, морально, немножко физически. Это что за... Ну, показывают это. Место ты свободный, блядь. За вас, товарищ. Эх, я б с тобой бы выпил бы и... Молодая и пьет, ну... Народ нет, ну... Нового лидера. Победа, ты представляешь? Так-то ладно, да, конечно, это женщина должна победа. Пить. Но... Это ваш ради страх. Такой ситуации все-таки мы выиграли, ура, победа и все такое. Разок можно и выпить, и это самое, и, так да. сказать. Да, это было, конечно, круто, миссия... Последняя все-таки. Поначалу была действительно сложной, да. Прям, ну... И, по-моему, это, надо сказать, самая долгая миссия из всех, которые были. 49 минут, да ты угораешь, что ли? Ё-мо, это час, получается, где-то серия будет. Да. Ну да ладно, надеюсь, вам понравилась эта вся кампания и за русских. И вы сейчас вот не скучали, надеюсь. Да. Так что ждите кампанию за Альянс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и всем удачи. Всем пока. Всем пока, ребят.